Депутаты окружного парламента провели заседание постоянной комиссии по социальной политике. В частности, законодатели рассмотрели вопрос развития научно-технического детского творчества. Основной упор в соответствии с федеральными рекомендациями будет направлен на робототехнику, в частности, на развитие интеллектуальных программ. Центру поддержки молодежных инициатив передана лыжная база, принадлежащая ДЮСШ «Лидер» для занятий моделированием и мотокроссом. Также для технического творчества планируется предусмотреть помещение в строящемся молодежном центре. По итогам обсуждения депутаты рекомендовали департаменту подготовить полный анализ состояния дополнительного образования на селе, в том числе с определением необходимых мер для обеспечения единого подхода в решении вопросов доп. Образования как в городе, так и поселениях. Депутаты в первом чтении приняли новый законопроект о патриотическом воспитании в Ненецком округе. Его принятие направлено на то, чтобы создать правовые условия для патриотического воспитания граждан, сделать патриотическое воспитание систематической и целенаправленной деятельностью органов государственной власти округа. По мнению разработчиков, закон будет способствовать развитию волонтерского движения, например, такому общественному движению, как «Союз добровольцев России». Для дальнейшего обсуждения законопроекта создана рабочая группа. Кроме того, законопроект пройдет общественное обсуждение. Депутат окружного собрания Наталья Кардакова приняла участие в ярмарке «Дни выпускника». Парламентарий затронула вопрос подготовки кадров для села. По словам Натальи Кардаковой, для решения этой задачи необходима консолидированная работа вузов, работодателей и органов власти. Нужен механизм, который бы способствовал возвращению молодых специалистов в родные села. Важной составляющей для закрепления на селе является обеспечение молодых выпускников жильем. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Депутат Ольга Каменева, избранная председателем постоянной комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. Кроме того, парламентарии приняли постановление о включении депутата Игоря Зелянина в состав постоянного комитета собрания депутатов, а также в состав двух постоянных комиссий по экономической политике и бюджету и по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. Депутаты «Единороссы» заслушали доклад заместителя губернатора Ненецкого округа, руководителя департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Алексея Кайдалова. Он проинформировал присутствующих о перспективах строительства социальных объектов на территории Заполярного района и рассказал о плане мероприятий по дорожному строительству в округе в целом. В ходе своего выступления руководитель департамента обозначил три основные приоритетных направления деятельности – принципиально новый централизованный подход к строительству, завершение ранее начатых строек, подготовка земельных участков под строительство новых объектов в округе. Как отметили окружные парламентарии, в первую очередь департаменту необходимо уделить особое внимание вопросам повышения качества строительства, а также завершению строительства уже начатых объектов на территории муниципальных образований. Очередная встреча с руководством департамента, на которой депутаты продолжат обсуждение вопросов строительной сферы, пройдет в конце мая.